Итак, следующая тема, которую мы с вами сегодня обсуждаем, это обязанности мужчины и женщины. Знайте, что эта тема очень сложная. Даже если 1000 раз вы слушали эту тему, лекции, вы все равно до конца этого не понимаете. Потому что обязанности трудно понять. И трудно понять, как к ним относиться. Например, вот смотрите, обязанности мужчины сейчас дальше поются. Будь моим защитником, будь моей опорой, будь моим сторонником в самом трудном споре. Будь моим советчиком всюду и везде. Будь моим союзником в радости, в беде. Записали женщины все? Все записали? Вот если вы записали, у вас отношения в семье будут хуже. Почему? Потому что если вы точно знаете, что он должен делать, то вы его начнете мучить. Поймите, что все, что он должен делать, это вам как награда по судьбе. Вы делаете свое, и придет время, он все это сам сделает. Но если вы начинаете от него требовать, а вот будь моим защитником, ты что меня не защищаешь, будь моей опорой. И понимаете, если человека заставлять любить себя, то он любить начинает меньше. Вот, допустим, жена мне будет говорить, будь моей опорой каждый день. Я, да, уже не хочу быть опорой вообще. Чувствуете или нет? Представляете, если женщина получает знание об обязанностях мужчины, что происходит с семьей? Она разваливается. Почему? Потому что она должна очень сильно быть настроена на свои собственные обязанности. И просто относиться спокойно к тому, что муж делает. Так надо жить. Как тогда? Ты что, он обнаглеет совсем. Сначала да, а потом нет. Если вы все делаете сами правильно, он сам начнет делать правильно, по своей доброй воле. Человека заставить невозможно, невозможно, потому что он олицетворяет нашу судьбу. Когда мы сдали все экзамены, он начнет резонировать. Он начнет резонировать то, что надо. Сам. Мне жена один раз сказала, слушай, кроме тебя со мной никто бы не смог жить. Такое открытие она сделала, представляете? Женщина, я вам всем желаю успехов в этом. Она, думаете, про меня сказала? Нет, она про себя сказала. Она же увидела свой характер женский. А женский характер – это вулкан. Это вулкан, огромная сила. Вы знаете, что у мужчины характер такой вот плоский, стабильный? А у женщины вот такой. Жух, он постоянно динамично очень движется. И поэтому женщины, они видят себя только внизу. Она думает, ой, я такая слабая, несчастная, такая замученная. Он такой спокойный, стабильный. Она только внизу себя понимает, женщина. Она вверху себя не понимает. Она не понимает, что когда она вверху, она сильнее мужа в 6 раз. Представляете, 6 раз у нее амплитуда выше. И когда она сильнее мужа всех 6 раз... Как это выглядит? Это ее эмоции. И она на высоте эмоций говорит, мой хороший, пойдем поговорим. Вы все знаете уже ответ. Давай завтра, сегодня я уже устал. Почему завтра-то? Потому что он не может выдержать эти эмоции. Она звонит подружке, не, просто сказала вот так, как тебе. Давай поговорим, просто вот так. Он говорит, завтра. Я, говорит, не могу терпеть. Он не может меня терпеть, как мне с ним жить? Подружка вытерпит, потому что ее психика так же, как у тебя, устроена. Потому что эмоции находятся в сердце. У женщины здесь огромная сила из сердца идет. Она валит мужиков, как в этом мультфильме про Маугли. Там змей был такой, Ка, мудрый змей. Ка. Что это на сердце показывает? Ка отвечает, весна.
То есть ему его свалили. То есть увидел девушку, так, и все, в сердце. Почему? Потому что у мужика здесь дырка. Он эмоции вообще не терпит. Женщины, когда что-то хотите сказать, эмоции в 6 раз меньше. В 6 раз спокойнее. Пожалуйста, мой хороший. В грязных туфлях на кухню не ходим. И причем сказать надо много раз. Потому что психика у мужчины, она очень малоподвижная. Вот допустим, вот как женщины, как мужчины слушают лекции, знаете? Женщины, они вот так слушают. Они все впитывают и потом полностью сразу меняют свою жизнь. Все. Поэтому как бы мужику очень опасно пускать женщину на лекцию. Она говорит, Олег Геннадьевич, а что меня муж не пускает на лекцию? Я понимаю. Что она приходит с лекции и говорит, все, живем вот так теперь. Он говорит, что? Мы же дожили нормально все, теперь вот так. Я не готов. Мужчины как слушают лекции? Они вот так слушают. Это правильно, это неправильно, это правильно. Это не... С этим согласен, с этим не согласен. Так, это попробуем, проверим, посмотрим. Так они слушают. А первый раз, когда мужчины приходят на лекции, они вообще по-другому слушают. Поднимите мужчины, кто первый раз на лекцию пришел. Вот, они смотрят. Дебил не дебил, дебил не дебил. Всю лекцию вот так. Кто такой? Представляете, как психика у мужчин работает? Они очень медленно что-то принимают. А вы хотите, чтобы вы ему сказали один раз, и он прямо сразу полетел делать? Шансов нет. На 20-й раз он поймет, она что-то хочет от меня. На 20-й раз только женщина, представляете? А на 30-й раз он уже поймет, что хочет. Поймет уже реально, ну подумает, я не могу. У меня жена, у меня у жены, у всех женщин какие-то акции происходят постоянно в жизни. Она что-то чем-то вдохновилась и все, дальше всех строит. У меня жена разок вдохновилась свет выключать, экономим электроэнергию. И она мне говорила, наверное, раз 50. И в какой-то момент, представляете, что произошло? Я просто я забывал все время, не то, что я против, я забывал. Вот. И в какой-то момент я такой раз, я выключаю свет в туалете, иду, короче, думаю, я выключил свет или нет? Возвращаюсь, свет выключен. Все, она 50 раз сказала, сработало. Не то, что мужик, как бы он осознал, просто у него это перешло на автомат. Подтверждение. Мужчина подтвердил коляски. Девочка, да? Ошибся я, ну простите. Значит, это знак, скоро мальчик, значит, будет. Она, видите, была не готова. Уже трое у вас, да? Три девочки, я же говорю, скоро мальчик будет. Это можно видеть по человеку, знаете об этом, нет? Вот по человеку можно видеть, вот следующим, кто родится, мальчик или девочка. Ну, примерно. Какой-то процент. А? Нет, не 50 на 50. У вас есть дети? А? У вас девочка 100% будет следующая. 100%. Даже знаю примерно когда. Не скажу. Через 2 года уже точно будет на руках. Видно по человеку, все видно. Олег Геннадьевич, мы для себя ничего не хотим, ничего. Мы хотим только служить. Мои хорошие. Это естественно, это природа человека такая. Мы, естественно, хотим быть счастливыми и хотим знать. Подойдете, скажу. Хорошо, женщина? Поднимала руку. После лекции, мои хорошие, после лекции. Пожалуйста. Ну и что мужик назад получает? Вот он
будь моим защитником, будь своей моей опорой, будь моим союзником в каждом самом крупном споре, он все это делает. Что он назад получает? Как вы думаете, мужики, что назад? Сколько всего назад от женщины? Сейчас послушаем. Сколько всего назад? Вполне достаточно для того, чтобы вот так жить, мужики. Слушайте, назад что придет. Да, люби, и увидишь чудо, навсегда веселой и красивой буду. Поднимите руку, кому недостаточно, мужики. Всегда веселый, мозги не выносит и красивой буду. Кому недостаточно? Видите, женщины, всем мужикам достаточно. Главное то, что женщина должна отдать в жизни близкому человеку. Надо быть всегда веселой, ну то есть радоваться людям, близким, радоваться. За каждую малость оно говорило спасибо, 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 радоваться близким людям. И красивой, красивой означает любить всех самой. Женщина красивая, когда любит, когда не любит, она некрасивая. Вот так, такая система. А?